Это у нас Marginal Right, еженедельный заезд по Москве, все ссылки в описании. С прошлого раза ребята немного так побыстрели, поборзели. Вот, заехал к ним, чтобы вспомнить, как вообще снимать, на какие кнопки нажимать. Немного промазал при этом с режимом камеры, поэтому пропала моя киношная картинка, но зато вместо нее сделал огромные животы и маленькие колеса. Ну, может, вам тогда же больше понравится.
А еще я камеру хреново закрепил, да. Придется телепортироваться до следующей остановки.
Оу, так. Сорян. Сорян. Thank you.
так все портят. Ой, автобус! Автобус! Нет, это не автобус! А! Это ты быстро! Слушай, а по четвергам как сейчас? Да, делают. Наши квадроты нормально делают. Мы еще по субботу они очень богатенькие, и мы работаем чисто втроем. Я и два итальянца. У тебя тоже типа именной какой-то? Ну, имени никакого нет, все и никто. Ну, типа они просто, у них книга есть. Типа кто кому что принимал. Ну, а типа не все есть. Видимо, не все захотели разглашать или не так. Ну что, тормозим на краску? Да ладно. Реально рарный айтем, как говорится. Но он так неплохо сохранился. Мне тоже кто-то говорит, типа, блин, а что ты его не перекрасишь? Я такой, в смысле, 50 лет краски как бы. Да, да, да. Это ж наоборот заебись. Уже лак почти весь слез, правда. Короче. Вообще как много, есть. Давай, да, сейчас.
Угадайте, кто был тот ведущий? Да, где он? Я ответил.